Масс-рестлинг, или, проще говоря, перетягивание палки – это неотъемлемая часть культуры народа Саха. Якуты испокон веков в массовом порядке занимаются оригинальными физическими упражнениями. Такая необходимость у северных народов возникла из-за сложных климатических условий и постоянной борьбы за выживание. Сегодня масс-рестлинг, так называемый бесконтактный вид единоборства, считается международным. В чемпионатах мира участие принимает более 30 стран. В Сочи одними из первых с правилами национального вида спорта Якутии познакомились учащиеся школ Адлерского района, и в первых соревнованиях приняли участие сборные команды школ 66 и 29. Победила в упорной борьбе сборная команды школы 66, и завоевала кубок, который в дальнейшем будет переходящим. Уже в 2016 году мы планируем подобные матчевые встречи, кубковые встречи проводить между школами. Для этого мы как раз и займемся развитием спорта как раз в школах. Василий Мельников – спортсмен с 50-летним стажем, рекордсмен мира по гиревому спорту. Сегодня он активно развивает масс-рестлинг по всему Южному федеральному округу. Анапа, Ростовская область. Появилась федерация по этому виду спорта и в Сочи. В том, что он приживется на курорте, инициатор уверен. И не только из-за простых правил. Для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника. Заниматься якутским масс-рестлингом может даже неподготовленный южанин. В ходе подготовки есть возможность ребятам даже физически слабым, со слабым позвоночником, там, суставами, их укрепить, развить и приобрести хорошую, красивую осанку, потому что в масс-рестлинге задействованы все группы мышц. Вырабатывается не только сила, но и хорошо работают суставы, сухожилия, связки, которые вот помогают человеку, улучшить качество своей жизни. В новом году с техникой и приемами масс-рестлинга познакомятся все сочинские школьники. Лучшим будут присваиваться разряды.